Бельгии по футболу. Мне тут парень написал один, что я случайно голы с углового забиваю. Вот он сразу же в следующем матче следующий забил. Но уже верхом. Тот гол у меня низом. Но просто реально красивые голы. Я таких в реальном футболе даже и не помню. Даже люди, посмотрите, как люди радуются. Голкипер не верит. Прилетело и к нему. Еще раз я говорю, L1-R1. Навешиваем на игрока на дальнего. L1-R1 нажимаем и удар. Посильнее заряжайте сразу. Посмотрите, какие красавцы залетают. Я вот помню, в прошлом году я сам увидел, это гол месяца был в лиге. Это, как там она называется? Это электрическая лига электрического футбола. В прошлый раз я низом забил, вам гол показывал. Сейчас верхом. Ну, правда, очень красиво. Навешивайте на дальнего игрока. Неважно, как он подстроится автоматически. И L1, R1, и посильнее удар. Ну, красавцы залетают. Правда, очень красиво. Мне нравится. Все, удачи, ребят. Пока-пока. Хороших вам голов. Не все тут повторы интересные. Вот с этого еще посмотрим. Да, красава. Все, пока-пока.